В Магадане прошла 13-я игра ежегодного чемпионата города по хоккею. На ледяной арене сразились клубы «Армада» и «Метеор». В течение первого периода спортсмены в красно-черно-белой форме удерживали первенство и забили 6 шайб. Второй период закрепил позиции хоккейного клуба. Конечный счет матча 14-1 в пользу «Армады». Всего в чемпионате из запланированных 11 команд принимают участие 10. Один из клубов не смог найти достаточное количество участников для игры. Турнир стартовал 30 октября. Игры за призовые места, награждения и парад закрытия состоятся в конце февраля следующего года.